И как хорошо, что такой праздник бывает весной, цветущий, радостный, всегда новый. Для наших выпускников эта весна – начало уверенное и многообещающее. А в школьной летописи запомнилась еще одна страничка. Сегодня в школе прозвучит звонок, который будет не совсем обычным. Прервется нить той череды привычной, когда урок сменялся на урок. Шумят, волнуясь, классы выпускные, звенят прощальным эхом голоса. Корабль школьный поднял паруса, и ждут его теперь пути иные. Давайте поприветствуем отважных, прошедших шторм школьных бурных лет, идущих в жизнь дорогу побед, выпускников торжественным и важным. Поприветствуем выпускников 2016 года на празднике последнего звонка. 11 класс А и классный руководитель Коликова Елена Сергеевна. Последнего звонка просим считать открытым для исполнения гимна Российской Федерации «Всех стран». 11 лет назад, когда деревья были золотые, для вас был праздник первого звонка. Посмотрели его, вы в класс вошли впервые. Сегодня вы волнуетесь слегка, и школьный старый зал, друзьями полон, пришел к вам день последнего звонка. Сегодня вы прощаетесь со школой. Дорогие выпускники, сегодня для вас прозвенит особенный звонок. Он не похож на те звонки, которые вы слышали ранее. Этот звонок для вас рубеж между детством и взрослой жизнью. И сейчас вы услышите слова напутствия от имени тех, кто провожает вас во взрослую жизнь. Школа – это маленькое государство, и в каждой школе есть свои законы. Чтобы не сбиться с верной дороги, чтобы задавать движение вектор, в школе есть справедливый и строгий, но самый лучший – директор. Слово предоставляется директору гимназии Устинову Виктору Владимировичу. Дорогие наши 11-классники, уважаемые родители, учителя, гости, сегодня день особой значимости для наших 11-классников, как и многих таких же 11-классников по всем уголкам нашей необъятной страны и Родины. А особенность заключается в том, что сегодня вот здесь для них прозвучит последний жизни. Сколько их было за 11 лет? И оглядываясь назад, вы, наверное, вспоминаете себя впервые робко перешагнувшими школьный порог с огромным букетом всегда. И свою первую учительницу, ту, которая вела вас в удивительный мир человеческих знаний. Здесь в школе было многое. Здесь мы научились считать, писать. Были первые победы, успехи, двойки. И на всем этом 11-летнем пути с вами шли учителя. Они учили вас доброте, знаниям, силе вечной, доброе, разумное, отдавая постоянно кусочками тепло своей души и сердца. Для многих из вас еще будут звенеть звонки,
на лекции, семинары, коллоквиумы в высших учебных учреждениях. Но последний звонок сегодня последний. Школьный звонок, он сегодня последний. А впереди у вас самая главная школьная высота, школьные выпускные экзамены. Я уверен, что вы, собравшись, вспоминая тот огромный объем знаний, которыми вы обладаете, сейчас сумеете успешно ее преодолеть. Но сейчас, сегодня, для вас замечательный праздник. Радости вам, успехов, хорошего настроения. И пусть светлая радость первого звонка, тихая грусть последнего звонка, ваши школьные друзья, ваши школьные учителя навсегда останутся в вашей памяти. С праздником, господа выпускники! Гостей у нас сегодня много. Выпускников, коллег, друзей пришли коснуться школьного порога, сгрустнуть со школы своей. Но гость особый есть у нас. Он не ходил здесь в первый класс, но мы ему не безразличны, и он нас поздравляет лично. Сегодня у нас в зале присутствует представитель управления образования городского округа Орехово-Зуево Павлова Анна Сергеевна. Приятно отметить, что на нашем празднике сегодня традиционно много гостей. Слово предоставляется члену политсовета городского отделения партии «Единая Россия» Андрею Борисовичу Агалдинову. Немножко волнуюсь, не могу говорить так, как Виктор Владимирович, скажу своим простым человеческим. Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием учебного года, окончанием школы. Время, как известно, не стоит на месте. Совсем недавно вы приходили в первый класс, а сегодня вы такие большие, нарядные. Сейчас Виктор Владимирович мне рассказывал, какие вы были маленькие, а сейчас уже большие. А сегодня мы вас провожаем. Перед вами стоит непростая задача выбрать путь, в котором идти по жизни. Самостоятельный выбор сравним с выходом в открытый космос, где главное никому из вас не потеряться, найти свое место в жизни. Наш город Орехово-Зуево, как известно, славен не только революционными и трудовыми традициями, еще богатым талантом. Я уверен, что среди вас, выпускников наших школ, есть и Стивы Джобсы, найдутся Цукерберги, Биллы Гейтсы, я не знаю, Путины, Гагарины, свои гении и герои. Я желаю вам реализовать свои силы и знания в интересах нашей страны, нашего народа, нашего города. Но сначала хотел бы вам пожелать удачи на предстоящих экзаменах. Всего вам самого доброго. И, пользуясь случаем, хотел бы от всех членов партии нашей, от секретаря городского отделения партии «Единая Россия», вручить вашему классному руководителю вот этот хороший букет. Елена Сергеевна, это вам. А вот у меня имеет его, так скажем, изготовили для кандидатов в депутаты Государственной Думы, Московской областной Думы. Он мне по случаю остался. И я хотел бы вручить его вашему директору Виктору Владимировичу Устинову. Вот этим хорошим вам приходим. Я смотрю, только бумагу не устраивает. Особенно, когда нужно будет посчитать, что он будет. Все, спасибо. Восковый с добротой перепрыгнуть так тонко, наверное, свыше вам дано, неугомонный с лошадьбой, все светлые мячики тонкие. Сегодня на нашем празднике очень приятно видеть.
читать приказ. Приказ номер 172 от 23 мая 2016 года. От обыске учащихся 11 класса А МОУ гимназии номер 14 государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования. В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования приказом по управлению образования администрации городского округа Орехово-Зуево от 4 апреля 2016 года номер 233 о сроках, формах и продолжительности проведения государственной итоговой аттестации в разных формах выпускников общеобразовательных учреждений городского округа Орехово-Зуево в 2016 году. Приказом по МОУ гимназии номер 14 от 26 апреля 2016 года номер 133 о порядке окончания 2015-2016 учебного года. Решение педагогического совета гимназии протокол номер 5 от 23 мая 2016 года. На основании выполнения программы в полном объеме и положительных отметок по всем предметам учебного плана приказываю допустить государственной итоговой аттестации за курс общего образования следующих учащихся 11 класса А. Андреева Олега Евгеньевича. Анисимова Павла Владимировича. Березину Александру Алексеевну. Бажову Ольгу Сергеевну. Бондаренко Дарью Валерьевну. Бурят Илью Владимировича. Дурсакову Софью Бочьевну. Егорову Дарью Валерьевну. Колясина Владимира Львовича. Кулак Ларису Валерьевну. Лобанова Алексея Олеговича. Мишину Марию Владимировну. Павлову Викторию Васильевну. Потемкина Егора Юрьевича. Ремезова Ильдара Хайдаровича. Рябову Ирину Юрьевну. Слободелюк Анну Сергеевну. Смирнова Данила Сергеевича. Спиридонова Дарью Андреевну. Стукарина Никита Николаевича. Куколову Анну Сергеевну. Федорову Ирину Дмитриевну. Филиппова Егора Алексеевича. Паненко Анастасия Александровна. Фролова Максима Владиславовича. Суменко Никиту Сергеевича. Черникову Мишану Нитиварну. Шевченко Елизара Алексеевича. Директор гимназии номер 14 Устинов Виктор Владимирович. Приказ прочитан. Допуск вам одобрен. Я от себя хочу вам пожелать суметь собрать все знания и волю. ЕГЭ и КВЭ вам отлично сдать. Позади резинки, бантики, глупые
веселые ссоры и смехи. Вам желаю в жизни романтики и мудрости от школьной доски. Вы прощаетесь сегодня с детством, расстаетесь со школой и с нами. Здесь вам можно всегда сходиться и встретиться с учителями. Пришел час расставаться навсегда. За школьные двери побегут года. Но дружбу, школьную, мечту и счастье верить, они оберегут вас от потерь. Сегодня вас пришли проводить в большой мир взрослой жизни первоклассники. Встречайте! Они напомнят вам о первых годах. Еще!
для вас сейчас внесли. Прошу вас, и горим желанием донести до вас наказ. Будьте вежливы всегда, старшим не грубите. Все быстрее на перемену, учаться не спешите. Полюбите физкультуру, жизни пригодится. Скорректировать фигуру, накачать вам мышцы. И запомнить тем вам надо, силы ум важнее. Вера, дружба, вот что свято, с ними вы сильнее. Что ж, смелее, в добрый путь, школьный, интересный. А в дороге не забудь дом, друзей и песню. Прежде учиться. Нам очень хочется, друзья, гимназисты не гордятся. Чистая и искренняя любовь
настоящая и верная дружба. И тогда у вас все получится. Никогда не останавливайтесь на достигнутом. Идите только вперед. Ну, а я, наверное, с добром, с добротой буду вспоминать те годы, которые мы прожили с вами здесь, вместе в стенах гимназии. Удачи вам! Сегодня хотим бы пожелать, чтобы ваши дети возвращались и новые приходили опять. Как не вспомнить нынче на тех, ты лепла с нами радость, горе, смех. Ты ежедневно в школу собирал, и отказ нас порой сгорал. Родители, без вас мы никуда. Беда, любовь, с вами не беда, а радость, ты сполна, чтобы поселиться. С нами долго будем вам еще учиться. Спасибо вам за самоотверженный труд, сердечную доброту, важный опыт, ангельское терпение, неиссякаемую энергию, душевную теплоту, вдохновляющую тягу к знаниям. Ваше участие в жизни неоценимо, фундамент будущего заложен, багаж навыков выдан, посеяны зерна выдающихся личностей. Поздравляю! Желаем и дальше радовать учеников своими улыбками, искренностью, проникновенностью. Дорогие наши учителя, пусть этот день морщинки не прибавит, а старые разгладит и сотрет, здоровье укрепит, от горести избавит и счастье в дом надолго принесет. Желаем вам в который раз здоровья, счастья, радости. Желаем вместо всех наград побольше юбилейных дат. Пусть светлых дней не рвется нить ни грустью, ни бедою. Желаем бодрость сохранить и сердце вечно молодое. Желаем радости, успеха, здоровья крепкого в войне. Желаем самого простого – пожить подольше на земле. Учеников, чтобы любили, коллег достойных и друзей. Спасибо вам за все! Дорогие наши дети и уважаемые гости, мы очень волнуемся, поэтому вы уж простите, как получится. Учитель, мы вас очень любим, я желаю вам счастья,
уж первый, да, в первом классе ремень. Пришел момент в жизни поменять и новые вершины покорять. Поверьте, трудно было говорить, учись! И летят дни за днями, дни стали годами. И вот такой поворот ускорил времени ход, ускорил времени ход.
сын старый важен, то, что очень было страшно. Звонок надежды и звонок прощания, и приближаются минуты расставания, и впереди сплетение дорог. И солнце в небе светит, как и прежде, но детский в жизни свой отпущен срок. И вот последний раз звенит звонок. Звонок прощания и звонок надежды. Право дать последний звонок в 11 классе А предоставляет выпускнику Потемкину Егору и ученикам. И ученица первого класса А Шукшиной Саша.
отдавали, за то, что строгими бывали, за дружбу, чуткость и заботу, за ежедневную работу. Сегодня вам сказать должны, что благодарны от души. Звучит последний наш звонок, и мы уходим за порог. Но никогда вас не забудем за то, что вывели нас из жизни. Сегодня мы говорим слова благодарности не только классному руководителю, родителям, но и нашим дорогим педагогам, которые были с нами на протяжении всех этих школьных лет. Родной язык учить – святое дело, или краснеть придется каждый день. Нет нашей благодарности предела, ведь наставлять вас будут нам не лень. Консерватория русской вселенной нуждается в наших слов. Спасибо, что так ласково и мирно открыли нам основу всех основ. Это нам давно уж ясно, то, что дважды два – четыре. В математике прекрасно то, что вы нас не учили. Светлана Юрьевна, в гении чисел, точности, расчетов. Благодарим вас искренне сейчас за то терпение, силу и заботу, что вкладывали в нас сразу в раз. За весь животный мир в ответе, и жизнь, и смерть в одном предмете. И мы надеемся, что вскоре путем естественного отбора свой добрый и усталый глаз вы остановите на нас. Спасибо вам, Лидия Владимировна. А эти теплые слова поздравления для учителей иностранных языков. Чужую речь, чужие письмена смогли бы сделать близкими, родными. Поэтому все ваши имена в сердцах навек останутся отныне. Спасибо вам. Все о мире виртуально знает этот человек. Любит все без исключения информатики предмет. Спасибо вам, Иван Юрьевич. Кальций, бор, бери, бейте, среди ночи разбудите. Мы ответим дружно, химию знать нужно. Спасибо вам большое, Эльмир Саяровна, за ваши замечательные уроки химии. А эти слова благодарности для вас, Людмила Борисовна. Нет будущего без истории, так глаголит мудрость вечная. Вы научили нас любить предмет, его сюжеты бесконечные. Политика для нас основа, а экономика наш хлеб. Духовно развито свободно, и здесь заслуги ваш предмет. Физика – это нелегкие знания, что нам все выучить вместе пришлось. Но совершенно любое задание нам с вами вместе не трудно удалось. Мы всегда с интересом учились в географии, как предмет. И сегодня большое спасибо вам, мы хотим сказать за это. Галина Алексеевна, Татьяна Ивановна, отдельное спасибо вам за то, что воспитали нас силу духа, волю к победе, научили нас по-настоящему любить спорт. Отжимания, кросс на скорость, бег на лыжах, спуск с горы, мы сдавали вам на соль по всем правилам игры. Также в нашей школе был человек, который научил нас ценить и любить искусство. Эти слова благодарности посвящаются Елене Сергеевне. Вы нас рисовать научили красиво, вы нас научили соловушки пить. И на этот мир бесконечно умный, как на полотно Рафаэля Скотта. Первой фразой «Мама мыла рану» открывались новые миры. Посчитать бы, сколько перемыла мама этих окон с той поры. Этой, в общем, пустяковой фразой нас позвали в путь страницы книг. Вы нас мыслить и творить учили. Наши души нужно добра про них. Мы благодарим вас, наши первые учителя. Спасибо нашей администрации за школьный ремонт, за тепло, электричество, за книги, пособия в нужном количестве. За кадры высокого ранга, за ваши проверки с тыла и фланга, за этот прекрасный сверкающий зал, за то, чем каждый из вас помогал. Дорогие наши учителя, спасибо вам за терпение и золотые сердца. Мы многое пережили с вами за годы учебы. Мы учились у вас не только литературе и алгебре, но и жизни. Благодаря вам мы научились думать, общаться, уверенно себя чувствовать. И сегодня, на празднике последнего звонка, мы благодарим вас за ваш самоотверженный труд. Спасибо вам! Эти цветы для вас! Thank you.
маленькие праздники. Учителя, вы остаетесь в наших сердцах навсегда. Мы любим вас. Тихонь ваш и прокатим. Нам этот фильм поможет сердце сохранить веселых дней, счастливых, звонких ход. Гимназия, ну как тебя нам можно не любить? Смотрите все. Внимание, мотор. Записываем. Записываем. Опа, красиво.
гимназии в ожидании, и звон весны волнением зайти. Ведь мы сейчас пред вами на прощание исполним вальс, танцуя выпускнику.